best men I'll ever know. There's no way I can ever go. We're part of the same place. We're part of the same time. We both share the same love. We both have the same. Это не стоило, но я не жалею о своих эмоциях, которые я сейчас тут получил и показал, и испытал. Сколько вам лет? 12. А зовут как? 12 лет. Рагда. Класс. Боже. А откуда ты? Вообще я из Москвы. А родилась? Ну, и родилась в Москве, но сама я с Ингушетии. Потрясающе. Я, в принципе, конечно, так и знал. Сколько голосов там, в той стороне замечательных, удивительных голосов. Будет очень хорошо, если вы будете здесь. И мне, и вам. Меня вообще, конечно, вжало в кресло. И так оттуда и не выжила, пока ты последнее дыхание не взяла. Просто это невероятно. Невероятные мурашки. Все полностью вообще промассировало голосом всю меня. Вообще. Спасибо, очень вообще. Круто. Прекрасная энергетика. В тебе такая сила, такая мощь в таком вот маленьком человечке. При этом она... Это сила, ты ее очень правильно как-то показываешь. Ты когда... Очень смешно такая у тебя была реакция, когда мы повернулись. Сначала я повернулась, ты так... Угу. И потом Максим повернулся, и ты так тоже, и этот повернулся. Нормально. Можно, как, можно как и было дальше. Запланировано. Да. Все по плану. Это было так мило при этом. При этом нет, знаешь, ощущения, что я все знаю про себя, и я тут замечательно пою, и лучше всех остальных, и так далее. Нет. Но ты очень обаятельная, уверенная в себе, артистичная, и, конечно, спасибо. Просто космически талантливая. Я... Также буду очень рада, если ты сочтешь нужным присоединиться к моей команде. Ну, я не буду говорить, какая ты талантливая там и все такое. Это и так понятно. Проблема в том, что я сегодня пришел, у меня страшно обветренные губы. И я пообещал, что я буду минимально улыбаться. Я себе все губы порвал. Я так орал, что все порвал. Я сейчас мне просто не могу, не больно. Ну, выбираешь, давай, скорее. Я вас каждого уважаю по-своему. Но Пелагея, я выбираю вас. Спасибо тебе. Ой.
тебя, Аня. Спасибо тебе большое. Да, какая! Ай, какая девчонка. Хорошая, ну что, хорошая, отличная, невероятная. Да, девчонка классная. Губы жалко. Гримера в студию. Не, никто не поможет сейчас. У меня жесткие разрывы. Спасибо тебе, ты умничка. Умничка. Ну, как ты? Отлично. Ну, скажи. Супер. Конечно, волновалась, но... Все хорошо. Все. Я тебе должен сказать, что ты выглядишь как девочка, а выходишь на сцену и расцветаешь такой красивой девушкой. Прямо глаз от тебя не оторвать. Как тебя красит искусство и как ты раскрасила наш проект сегодня. Спасибо тебе большое. И расслабляйся. Спасибо. Не расслабляйся. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.